равно столкнулись с реальностью, с отсутствием достаточного количества денежных средств. Если эти планы... Также чудовищно вся та ложь, все музыки мифического антисемитизма. Обвинять сегодня в 21 веке человека, да, не пациента клинической психиатрической больницы, это все равно, что обвинять в... Расстрелять людей, на место выехали сотрудники полиции. В эти минуты сообщения с Арбата поступают. Возможно, кто-то из вас что-то знает по этому поводу. Напоминаю, что вы можете написать нам через Телеграм, говорит МСК-бот, или через СМС-портал плюс 7 925 4 8 94 8. Мы будем вас держать в курсе дела. Если вы нам напишите, мы тут же с вами созвонимся. Очевидно, что подробно. Может ли кто-то убедить Путина в том, что это невозможно? Ответ может быть. Ведь Путин знает, что как минимум 30 миллионов украинцев встанут на борьбу с российской армией, если она войдет на Украину.
Thank you.